and gentlemen, we are live! For UFC 297, Strickland versus Duplessis, .ca. And now, this fight is three rounds in the UFC. Artist holding a perfect professional record, 17 wins, no losses. He stands 5'7" tall. Presenting the number 9 ranked featherweight contender in the world, Mozart! Out of the red corner, a mixed martial artist holding professional record, 19 wins, 2 losses. He stands Southwark, England, presenting the number 4 ranked UFC featherweight contender in the world. And when the action begins, our referee in charge, Mark Goddard. Евлоева. Марк Годдард в качестве рефери. Итак, стойка левши у Арнольда Аллена, который начинает активно перемещаться уже на первых секундах. Правша. Мавсар Евлоев. Первый фронт-кик от Евлоева. А у Мавсара очень хорошая силовая борьба. И в этом аспекте он серьезно прогрессирует. Публика, естественно, болеет за Арнольда Аллена. Ну и вообще, есть тут один момент. Действительно, Марк Годдард британец. Нужный и принципиальный поединок, потому что ему надо отработать так, чтобы никаких разговоров не возникло по поводу того, что он подсуживает своему. Минута позади. Довольно много финтов со стороны Арнольда. Пытается менять этажи, забрасывает джебы. Периодически старается встречать ударом сбоку, оказывать давление на соперника. И пока что мы не видим борьбы. Да, хорошую скорость на руках показывает Арнольд Аллен. И вот первый заход в борьбу. Забился в одну ногу, дальнюю забрать не получилось. Тем не менее, продолжается российскому спортсмену взять захват. Но получилось заблокировать Аллена у сетки. Как раз силовой М1, конечно, он был совсем другим бойцом. Но при необходимости легко боролся. Догрина. Неплохо. Передней рукой отработал. И слева маханул Аллен. 2-10 уже несколько раз отработал. Хорошо. Справа атакует Мавсар. Через блок прошел этот удар. Такая неспешная тактическая игра. Но напомню, что поединок трехраундовый. Так что здесь несколько раз правый хайкик вбивал Мавсар Евлоев. Видимо, это одна из домашних заготовок. Читает все эти попытки тейкдаунов Арнольд Аллен. Еще один заход, и хорошо. Гораздо лучше. И проводит еще один тейкдаун. Это все, безусловно, фиксируется в судейских записках. Вновь попытка выхода. Пытает висеть на британском спортсмене. Важный момент в первом раунде. Необходимо вот сейчас добороть Аллена. И сейчас контроль стойки. Неплохо встает Арнольд Аллен из борьбы. И причем он и еще раз. Ну, в общем, все эти действия позволяют нам надеяться на то, что первый раунд отправляется в копилку Мавсара. Давай. Перерыв между первым и вторым раундом. Советовали Арнольду Аллену держать переднюю руку, его почаще работать чек-хуком, то есть боковым навстречу. Мидл-кик уже попробовал пробить Мавсар. Да, у него отлично. Боковой удар справа. Такая висящая рука, которая очень быстро вылетает вперед. В правую ногу. Ищет вариант Евлоев. Комбинации Евлоев. И дистанция слишком большая. Аллен перестал попадать. При этом Арнольд не забывает опять этот хайкик. Ответные действия подобного характера от Аллена. Точных ударов по факту-то и не было в втором раунде. Конкурентный бой, напряженный. Ну, это и ожидалось. Да, в перерыве Мавсар сказал, что подзабились у него Евлоева. И затем активно бороться так же, как он это делал в концовке первой пятиминутки. Да, вот здесь очень важно рассчитать. Он 30-40 все-таки начнет бороться Мавсар.
Потому что здесь, опять же, первым номером... Без ударов. И вот заход в борьбу. Пытался взять на гильотину. Аллен встает практически сразу. Не успевает схватить кейс. Ну, а посмотрите, как бросает раз за разом Мавсар соперника. Дальнейшего развития атаки нет. Широкая защита. Эске. Продолжается контроль в исполнении Мавсара. Но теперь уже в стойке. Там пытается вырваться. И удается ему это сделать. Где-то минуту боролся Мавсара. Вот сейчас нужен следующий поединке. Здесь зайти не получится. Но серьезного ущерба нанести не получилось в этой атаке у Мавсара. Самое главное, что это было неожиданно у Алина Холлоуэя и Алина с Евлоевым. Это понятно. Но там в стойке все хорошо складывалось у Макса. Да, вот сейчас попал навстречу очень жестко Мавсар Евлоев. И поплыл, кажется, на секунду Ален. Шикарный эпизод, полминуты. Левым глазом у Алена. И рассечение. Последние секунды второго раунда. Да, очень хорошо. Все нормально, все нормально. Мавсар забирает второй отрезок. Отлично, впереди еще 5 минут. Другие угловые Алена пытались выяснить, что же за удар был, которым потряс его Мавсар. Мавсар его встретил. Там было несколько версий, они решили, что это был все-таки удар сбоку. Но не так уж это важно, не стали скрывать. И тейкдаунов в последней части первого раунда. Верим, что Мавсар и первый раунд тоже выиграл. Но... У Арнольда. Левый прямой. Вынужденно больше атакует Ален. А теперь 2-0 в пользу Мавсара или там, возможно, 1-1. То тактика работы вторым номером с дальней дистанции уже не работает. И Алена переходит. Здесь захода в борьбу не будет. В каждом из раундов ближе ко второй половине все-таки переходил к борьбе. А будет ли еще правый хайкик? Пока лоу. Хороший, да, лоу. А здесь получается, что Ален идет вперед. И есть возможность у Мавсара поработать вторым номером, потянуть на себя соперника. Да, удар. Ален в третьем раунде пока хорош, надо это признать. И вот он захват. Получился захват под одну ногу. И кажется, Годдард отработал очень правильно, потому что первые удары были в плечо, а потом был удар в голову, в виску. Это однозначное нарушение правил. И за такое нарушение можно снять балл. Четыре удара, по-моему, суммарно было. Но и последний здесь был точно... Вот как раз смотрим момент. Здесь важно, была ли рука. Да, рука была. Друзья, это минус балл. Ну, железо. Да, только на третий или четвертый раз Годдард останавливает поединок. Ух ты! Да-да-да. И на самом деле это техническое решение должно быть раунд, то, что было в третьем, тоже учитывается. Неумышленно. Хорошо. Мавсар, необходимо собраться. Очень важный момент поединки. С психологической точки зрения, в первую очередь, опять по корпусу пробивает Ален. Мидл кик от Мавсара. Как сейчас опасно контратаковал апперкотом Ален. К счастью, удар пришелся мимо цели. Вновь с правым прямым залетал сейчас. Или мимо. Давление, давление требует. Активная техника от Мавсара. По колено навстречу пока не попал. Но если один раз удастся встретить хорошо по цели, то... Да, конечно, вот этот не снятый балл будут обсуждать совершенно точно. У нас. Конечно же, у нас. Да, и противостояние судить английского рефери. Ну да ладно, полторы минуты уже меньше до окончания боя. Выходят в атакующую позицию. Здесь уже опасности быть не должно. Отчаянно цеплялся сейчас Ане. Ноги забрать не получилось. Можно вытаскивать на себя немного. Уже не было, но не хватило. Там локоть назад. И есть кровотечение, кажется, еще и из носа у Мавсара Евлоева. Времени мало. И выбраться у него уже нет. Да, и, конечно,
Третий раунд получается Аля, но продолжает его контролировать Мавсар. Последние секунды. Идет вперед англичанин, забрасывает хайкик. Сил уже не так много. И теперь весь интерес, видимо, к первому отрезку. Очень конкурентный, очень близкий бой, как и ожидалось. Наставили проблем Мавсару. Ну и мы видим очень плотные мидл-кики по ребрам в исполнении Евлоева на повторах. Ключевых моментов поединка. Шикарное попадание. Да, тоже раунд точно за Евлоевым. Первый, вероятно, за Евлоевым. Третий, возможно, за Ален. Ну, общий... Итак, ждем судейское решение. Ну, если честно, тейкдаунов было гораздо больше, но, возможно, посчитали тейкдаун из контроля. Мавсар Евлоев, все трое судей поставили 2-1 по раундам. Поздравляем. Мавсар остается непобежденным и, вероятно... Ну, заходит в топ-5. Врывается в элиту полулегкого веса UFC однозначно. Браво, Мавсар!